свою работу. Давайте быстренько вас поздравлю всех с 14 февраля, с праздником любви, влюбленных, с праздником самых хороших чувств, ну а также с праздником благодарности. Не забудьте поблагодарить своих близких за то, что они рядом, за то, что они вас поддерживают. И за то, что они просто есть рядом. Потому что на самом деле сегодня также надо просто благодарить всех, кто у вас есть и кто вместе с вами. И я, в свою очередь, также хочу поблагодарить вас за то, что вы есть у меня. Я вас очень сильно люблю. Еще раз с праздником. Побежали работать. Прибежала Мариночка моя, тут уже пчелочка вовсю, смотрите, трудится, красотулечка моя. Все, надо вещи положу и начинаем работать. Хорошая, я в одежде, потому что беру букетики, два букетика для любимой женщины и для любимой доченьки. И у меня доставка, которую я должна совершить в определенное время, вот ровненько по часам. Поэтому, так, давай мне, Маринка, второй. Я полетела на доставку. Маринка у меня остается. Вот второй, это для доченьки, видите, вместе бабл с кулечки. Я полетела. Маринка у меня остается за главную. Надеюсь, она справится. А я пошла. Все, давайте, скоро увидим. Пока у нас небольшой перерывчик, я быстренько покажу те сердечки, которые уже успела сделать. Вот из ткани сердечки задекорированы, вот так вот они выглядят, с эйфелевыми башенками. Вот это мне нравится, здесь такой медальончик, вообще круто, да, получилось. Большое такое сердце, французское сердце. Все, пока три, остальные еще в перерывах между продажами я доделываю, потому что вчера не успела, ребят, не успела. Знаешь, как наше видео это будет называться, из-за того, что я включаю камеру только когда у нас перерывы небольшие, все будут смотреть и думать, что мы только делаем сердечки и едим. На самом деле нет, ребят, мы уже очень много поработали, у нас уже тут и букетики, и композиции позабирали, и позаказывали. Сейчас мы делаем чай вот с такими вот миленькими бутербродиками с колбаской, вот. И дальше работаем, пока еще у нас есть возможность этот чай выпить. Так, давайте я вам быстренько еще покажу. Маринка пока переписывает состав. Вот такой вот букетик попросили, вот именно. Ой, максимально романтичный. Вот он у нас получился с хлопком, с хамелациумом, эсперанса, цимбидиум, хелиборусов. Это эустома, эвкалипт, скимия. В общем, вот так вот упакован тишью корейская пленочка. Маринка, я уже говорю, уже заговариваюсь. Вот, сделали только что, ставим в холодильник, потому что за ним приедут в 6 часов. У меня Мариночка тоже букетик сделала. Смотрите, какой яркий, красивый. Сейчас упаковывает, тоже за ним сейчас уже придут. Вот, цимбидиум, азамтамнус, кустовая пиановидная роза, хамелациум, эвкалипт и эустома. Вот такой вот миксик здесь. Кстати, очень достаточно, ну, по цене он такой получился приемлемый. Сейчас 8:30 вечера. Вот с того момента, с моего последнего включения, мы с Мариной не присели. У нас не было перерыва. У нас не было возможности вообще ни на что, даже просто, извините, сходить в дамскую комнату. Вот это первый перерыв за весь этот период. И я решила включить камеру, потому что я не знаю, как в итоге сегодня буду я опять монтировать видео, потому что я не снимала. Я даже, знаете, у меня была мысль поставить камеру, чтобы вот снять процесс, как мы работаем, но у меня даже не было времени просто взять, поставить ее на штатив и включить. Потому что было много достаточно людей, и то, что я вам рассказывала, почему я не делаю букеты на витрину. Ребят, у меня все букеты люди просили делать вот как они привыкли, да, то есть под них, подбирая по бюджету, подбирая цветы под характер, под внешность девушки. И несмотря на то, что у меня были композиции, что у меня были букеты, все равно молодые люди, мужчины готовы были ждать. То есть они не уходили, не ругались, они стояли и спокойно ждали в очереди, пока вот я займусь или Марина ими. Но все просили букеты. Сегодня у нас именно букеты шли. Маринка, да, одни букеты. И букеты с экзотикой. Да. У нас вся роза в холодильнике практически осталась. У нас тюльпанов еще достаточно много, где-то половину тюльпанов мы продали, половина осталась. Экзотика у нас уже где-то часам к 5 закончилась. Сирень раскупили, ранункулусы, анемоны,
скорпион брали, да. Что еще? Ну, в общем, по экзотике, я уже просто, я, честно говоря, уже немножечко так не соображаю, что у нас было, но все букеты у нас были полностью вот связанные на... Ой, связанные, сделанные из экзотики. В общем, ребята, вот так проходит День Святого Валентина. Мы еще с Мариночкой пока здесь, потому что это первое такое затишье. И обычно еще люди ходят. Поэтому мы сейчас решили с ней посидеть, попить немножечко чаю, поболтать, чуть отдохнуть, перевести дух. Я, самое что интересное, вот даже... Даже сегодня, вот до половины дня, когда еще так слабенько ходили, да, до обеда, успела сделать сердечки. И смотрите, вот эти вот сердечки меховые, оно осталось одно, все остальное продали. И вот плюс еще, вот я доделывала вот такие тканевые, тоже очень хорошо продаются сердечки, к букетику их крепят. Ой, ребят, не, ну композиции мы тоже продали. У нас одна с кокосом осталась и одна осталась с перчиком. С перчиком, с кокосом и просто композиции мы продали. И букеты у нас готовые были. Сколько? 2 или 3 букета готовых было? Тоже все ушли. То есть из готового, что было на витрине, у меня осталось только 2 композиции. С кокосом одна и с перчиком. Ну, значит, еще они вот ждут кого-то. Кто-то сейчас еще должен прибежать и их забрать. Я в этом не сомневаюсь. Как проходит ваш День Святого Валентина? Напишите, довольны ли вы, как продажи, как люди, кто к вам приходит, что интересное, какие букетики берут, или может просто берут розочку, потому что на самом деле интересно, давайте меняться с вами опытом, меняться с вами своими впечатлениями об этом дне. Все, хватит болтать, так сегодня весь день болтаю, чуть-чуть пойду помолчу. Знаете, что я вам еще забыла рассказать? Смотрите, Мариночка сделала вот такие прянички с нашим логотипом Minsk Lovers, сердечком. И здесь была целая коробка, это все, что осталось. Мы всем нашим постоянным покупателям, любимым покупателям сегодня вместе с букетиками от нас, с Мариной, от нашего магазинчика дарили вот такой вот пряник. Вот, тоже признавались в любви. И, если можно так сказать, дарили свои валентинки, да, Маринка? Вот, у нас, Марина, осталось всего 2-4-5 штучек всего осталось, представляешь? А, мне подушку подарили, да. Маринка говорит, нам валентинки никто не подарил. А потом вспомнили, у меня муж сегодня мне подарил самую большую и мягкую валентинку. Сейчас вам ее покажу. Давай мне ее сюда. Вот, мой муж сегодня меня просто удивил. Он пришел с подушкой. Я, правда, после этого я спросила, а где одеяло и раскладушка? Потому что выглядело это так, как будто он меня из дома выгоняет сюда. Ну вот, ну я шучу. На самом деле очень приятно, очень милые, по-моему, такие. Это ж еноты. Да. Да? Да. Вот, ну я точно похожа. Ну и Димка, в принципе, такой большой по сравнению со мной, как в жизни. Ну, в общем, вот подарок от мужа, моя валентинка. Вот, ну и тут еще вот пряники. Вот еще такой у нас код есть. Но этот код оставлен для одного очень важного нам человечка. Человека, что человечка? Человечище, вот так. Вот, сегодня мы его не видели, поэтому этот котик пока лежит, ждет. Но я думаю, завтра мы его увидим. 100%. Я не одна тут на фоне была. Вы смотрите, мы с Мариночкой, в принципе, очень даже бодрячком. Маринка, бодрячком? Да. Да, мы абсолютно на позитиве. У нас 10 часов вечера, мы уже выключили везде свет, но я включила камеру для того, чтобы сказать, что все, наш рабочий день сегодня закончен. Мы довольны и счастливы. Довольны? Это же такое, знаешь, не просто довольное, да. А прямо как будто получивший очень хорошее удовольствие. И потом сейчас такие, все, отдых, ура. Вот, да, у нас было много-много хороших клиентов. Мы получили, на самом деле, большущую, огромнейшую дозу позитива, хорошей энергии, кучу комплиментов, правильно? Да, хорошие были. Съели парочку, наверное, еще, надеемся, постоянных клиентов. Да, которые случайно тоже к нам попали, но мы думаем, что должны они остаться. Пряниками подкупили. Да, мы такие. В общем, как вы видите, настроение хорошее, но на самом деле, да, мы подустали, не буду врать. И мы сейчас уже собираемся, одеваемся, холодильник уже все выключили, везде все выключили. Холодильник опустел, такой он уже, можно много чего увидеть. В этом холодильнике уже много дырочек, да. Ой, все, давайте уже буду на сегодня прощаться. Не знаю, какое по времени получилось видео, буду монтировать, посмотрю. Если хоть что-то там такое для монтажа будет у нас, то тогда выставлю этот влог. Если нет, буду соединять опять 2. Поэтому на данный момент всем вам
спасибо за то, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что у вас был классный день Святого Валентина. Вам подарили классные букеты, либо вы сами создавали шикарные букеты для своих клиентов. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Все, Марина Оля была с вами.